Известный кинодраматург Борис Добродеев скончался в пятницу, 23 сентября, на 96-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ. 23 сентября 2022 года, на 96-м году, ушел из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России, Добродеев Борис Тихонович, говорится в сообщении. Союз кинематографистов выразил глубокие соболезнования родным и близким Добродеева. Его коллеги отмечают, что фильмы, снятые в историко-биографическом жанре, можно назвать страницами уникальной киноэнциклопедии. Ее героями стали знаменитые личности мировой и отечественной культуры, среди которых Максим Горький, Илья Эренбург, Александр Бородин, Дмитрий Шостакович, Дмитрий Менделеев, Александр Калантай, другие. Борис Добродеев окончил в 1949 году сценарный факультет в ГИКа, после чего работал на студии «Венфильм» в Австрии. Также он был заместителем главреда киностудии «Мосфильм» и долгие годы сотрудничал с ленинградской студией документальных фильмов. Среди известных фильмов Добродеева – «Негромкое кино» Бориса Барнетта, «Любимое кино» Сталина, «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат».